Всем привет, с вами видеоблог War Story. И сегодня у нас новая серия по карманной мелочевке немецкой и советской. Здесь сегодня тоже будет. Я вернулся сейчас с нескольких поездок и решил подготовить видео с такими обновлениями, с теми вещами, которые я себе в коллекцию приобрел, именно вот как раз по теме вот такой вот солдатской мелочевки, то есть по тем вещам, которые могли быть в карманах солдат, там, офицеров того времени. И вот такими вот вещами можно закомплектовывать, что называется, манекены или какие-то подборки, опять же, по солдатским вещам, по солдатскому снаряжению. Основная концепция подборки это брать те вещи, которые попадаются в земле при раскопках. То есть брать максимально приближенные вот к тем вещам, которые могли быть у нас вот здесь вот на полях сражений. Например, если это немецкие вещи, то вот на рынке, ну, в тех же самых там штатах или в Германии, мы вот видим, ну допустим зажигалки, мы видим этих зажигалок великое множество по цене там от 5 до 100 евро. У них разброс огромный по ценнику. Они бензиновые, конечно, и разных бывают механизмов, бывают ручной работы какие-то поделки и так далее. Но об этом подробнее в обзоре здесь как раз такие показаны. Так вот, прикол в том, что они есть послевоенные, например, 50-х, 60-х годов, а то и 70-х. И, например, класть такие вот послевоенные вещи к себе в подборку дорогую вещей, ну, как-то не очень интересно, правильно? все таки мы же как бы за чистоту предмета, за чистоту коллекции выступаем. Соответственно, даже на реконструкции такие вот послевоенные вещи таскать неохота, потому что реконструкция, она на то и реконструкция, чтобы брать вещи аутентичные. Чтобы эти аутентичные вещи точно попадали в период, мы смотрим похожие или такие же на раскопках. И этим, конечно, помогает нам опыт металлопоиска по лесам, по нашим отечественным, ну и фотографии комрадов, конечно же. Итак, сегодня на обзоре посмотрим. Вот зажигалки. Здесь есть целая группа из шести штук. Кошельки. Четыре кошелька. Очень душевные. Тоже про каждый расскажу. Один даже был с наполнением. Ножичек перочинный. Казалось бы, простая вещь, но я объясню, в чем прикол. Часы. Часы с механизмом проблемы, но там есть забавная вещь с обратной стороны. Ложковилка интересная, вот уже со штатов. Эсбит я себе восполнил и восполнил, вот еще купил коробочку к нему вот с сухим горючим. Вот такие вот вещи для часов. Вот здесь вот два советских солдатских Несессора. И они с коробочками под мыльно-рыльные принадлежности. Я наконец-то их перебрал. Кое-что я взял еще там, тоже оттуда привез. Тоже покажу там пара комплектов интересных. И две без козырки. Две без козырки это по Криксмарин. Одна это крейсер Лейпциг. И вторая это Панцерчиф Deutschland. Это в довоенной немецкой классификации как броненосец считается. У нас же это идет как крейсер. Ну и по фалеристике я тоже начал так подбирать, потому что все время спрашивают, а как же надо, там фалеристика немецкая, вот что бы хотелось бы услышать. Пользуясь, опять же, случаем, то, что есть у кого еще спросить, проконсультироваться дополнительно, то есть я сам момент изучаю, плюс еще есть у кого спросить на выставках, стал подбирать потихонечку какие-то не очень дорогие награды, чтобы иметь такой основной комплект, в том числе и по немцам. По нашим у меня есть, по знакам, и вот по немецким знакам тоже буду потихоньку собирать. Эти вещи тоже покажу. Итак, начнем с кошелечков. Кошелечки вот эти многие видят, например, в первый раз. А для многих это прям вообще вот сейчас увидели на экранах и сразу говорить, вот смотри, я такой копал. Потому что это действительно такая достаточно среди кошельков нередкая находка. То есть не то, что они там указывают, но если, допустим, находится кошелек вот это классическая форма, именно немецкая. Значит, здесь весь прикол в том, что это, конечно, вещи некопанные. То есть, это предметы, которые где-то у кого-то хранились и вот дожили до наших дней, в принципе, примерно в таком состоянии, как их тогда и носили. То есть они весьма живы, что называется. Какая история у этих кошельков? То есть, изначально они были просто пустые, то есть, без каких-то знаков отличия, без фурнитуры вот этой вот всей крышки. И солдаты по той моде, еще по моде, которая пошла с Первой мировой войны, а может и раньше даже это было, украшали ну, вот всякими вещами, которые, что называется, под руку попадутся. То есть, например, рассматриваем здесь. Это кошелек, на котором есть шифровки погонные. То есть, здесь кубарь есть погонный, тоже латунный. И здесь же была кокарда. Кокарда мы здесь видим, что надавленный здесь вот орел висел в свое время. После того, как хозяин этого кошелька где-то там нахватил пилоточную звездочку, он ее сюда установил, она военного образца. И мы видим, в принципе, что это все произошло, что называется, не вчера, потому что здесь все вот эти вот замятости, именно окисел усов и вот прочее, то есть все именно говорит в пользу того, что это именно оригинальная все вещь, без каких-то перестанов современных, то есть она так вот и жила. И вот хозяин в то время переустановил немецкую вот эту вот курицу на нашу советскую звездочку. То есть, видимо, в качестве трофея эта вся история происходила. Чисто гипотетически, возможно, что это наш солдат взял в трофей, удалил орла и туда звездочку пилоточную поставил. Но теперь это уже неизвестно, непонятно, как это все произошло. Но, тем не менее, кошелек сам по себе из Германии. Вот этот вот. Следующий кошелек был взят вот буквально вместе с ним же, это человек их вместе и хранил. Здесь мы видим тоже родной постановки такие вот погонные шифровки и вот эти вот кубари. То есть, вот человек так вот украсил, ему показалось это красивым. Значит, с обратной стороны мы здесь тоже видим, что по усам все соответствует, то есть они вот именно такие влипшие в родной постановке, это ценно для данного вида коллекционного материала, именно ценно, чтобы эти вещи были не переустановлены. Потому что, например, часто бывает, что там еще в 90-х годах или когда это вот сам, сам, по себе вот этот вот объект не представлял такой общей ценности, с них просто срывали эту фурнитуру для там комплектации чего-то. Такие тоже вот есть. Поэтому здесь, конечно, за этим надо внимательно следить. Здесь предметы подобраны с учетом возможности вот таких дефектов. Следующий очень душевный кошелек это со штатов. Причем те, кто были в инстаграме, те, кто подписан на меня в инстаграме, те эти вещи уже видели даже мельком и видели уже фотографии. И сейчас их просматривают уже второй раз с большим интересом. Если же вы в инстаграме не подписаны, то подписывайтесь. Я туда скидываю фотографии, когда я нахожусь за границей, потому что это просто проще. То есть там можно в два клика сделать фотку, там быстро подпись написать. Там практически это не занимает времени. Плюс там еще есть такая штука, что если ты не с интернетом, то там сохраняется в черновики и публикуется потом. Например, там во всяких там контактах и прочих других соцсетях с этим проблема. Поэтому вот пользуюсь Инстаграмом как каналом связи с выставок. Поэтому вы в этом заинтересованы, подписывайтесь тоже туда. Так вот этот кошелек я нашел вот сейчас в Штатах на выставке SOS 2018 года и в чем здесь прикол? Он с подлинным знаком ворошиловский стрелок, установленным на вот этом вот клапане, на крышке спереди. То есть где-то немец нашел, вот именно взял в качестве трофея знак и не сунул его в карман, а прикрутил к себе на кошелек. С обратной стороны мы видим, что здесь все породне закручено, то есть прям вот влипшие и никогда здесь это тут, эта гайка не откручивалась. И это очень круто. То есть такой вот прям атмосферный документ того времени. Взял я его дороговато, то есть он получился где-то на наши деньги, это 6, где-то тысяч 8 рублей, вот так вот. Но я доволен все равно, потому что такой предмет целостный, и я его положу как раз в какую-нибудь подборку. При этом такие вот вещи в подборку можно класть как нашим, так и немцам. Потому что если немцы изначально получали эти кошельки, там покупали и делали их, вот в такой вид приводили, то наши потом у немцев их брали в трофей охотно. И вот, например, сейчас вы видите на своих экранах вот эту вот фотографии копанного предмета, который был найден у нашего бойца. То есть, он взял в трофей вот этот вот кошелек у немца, как, собственно, военный прием. Такой. И вы видите, как раз, что схожая конструкция того, что на экранах и вот, вот тех кошельков, которые мы только что обозрели. Кстати, обратите здесь еще внимание, они конструкции вот здесь еще могут быть разные, потому что здесь под купюры такие, вот под билеты банковские отделения. А у предыдущих кошельков вместо отделения под купюр карманы для э, мелочи здесь находятся вот такие вот. И еще обратите внимание, что на самом деле все три кошелька разные, то есть они сделаны под один тип. Если мы их вот так вот три вместе положим, они сделаны под один тип, но при этом у них разные вот эти вот застежки. То есть понимаем, что это не просто какая-то одна фирма наштамповала их дофига. А их вот выпускали вот в таком вот похожем виде. И вот это такой вот общепринятый вид немецкого кошелька. Но был еще и другой. И такие тоже копанные попадаются. Вот такой вот маленький, очень аккуратный и такой душевный кошелек. Он достался мне прям с наполнением. То есть, вот здесь вот есть еще две монетки с Гинденбург по-моему, это, да, по две рейхсмарки и там сколько-то фенингов. Причем вот эти вот монетки, они еще и серебряные, что приятно, потому что человек туда внутрь заглянул, сказал, да, там монеты, забирай так. И я, в общем, обрадовался. И человек явно он не разбирается, потому что, обратить внимание, здесь вот, например, ну, он не обращал на это никакого внимания, но вот как бы знания вывозят, потому что вот эта черепушка с кольца, с кольца, с перстня, с немецкого, и это интересно, потому что, ну, как деталь просто перстня, это да прикольно. Сама тема колец любопытная. А здесь вот прям от кольца взяли вот такую вот бирюльку, прикрутили. Вот такой вот был своеобразный понт в немецкой армии, ну и, в принципе, в любой другой армии это вот всякие трофеи, всякие маленькие штуки такие прикручивать себе куда-нибудь и таким образом выделяться. И вот здесь вот достаточно так душевно себя человек проявил. Вот здесь вот можем сразу же понять, что это здесь у нас из люфтваффе военнослужащий вот эту всю штуку соорудил. И поэтому мы можем подложить это в комплект какому-нибудь десантнику или полевику, потому что вот буду делать по нему тоже комплект. Вот именно по люфтваффе, чтобы кто-то был боевой. Также внутри еще вот здесь вот бумажечка была. Я ее не переводил. В комментариях напишите, что здесь написано. Потому что, что это то ли билет лотерейный или еще что-то. Но вот я даю крупно ее на экране. Любопытно. Нашел я ее уже потом, уже когда сюда приехал, потому что она была так в четверо сложена и туда затолкнута в дальнее отделение. Так что любопытная вещь. Ну и от кошельков перейдем к зажигалкам. Зажигалок рассмотрим мы 6 штук. Посмотрите, значит, вот это вот у нас самодельная, Две такие механические хитрые и три штуки примерно сходные, ну, вот с колесиком. Такие вот овальные. Мы такую в предыдущий раз похожую видели. Начнем опять же с самодельной. Здесь из латуни она сделана. Зажигалка достаточно простой формы. Обычное колесико. Здесь вот отверстие, откуда фильтр торчал. Соответственно, она каким-то, видимо, шприцом заправлялась. И здесь прикол, самое вот интересное, это снаружи. Вот так вот мы ее совмещаем и читаем надписи, значит, которые я заметил не с первого раза, но вот так вот просто блеснуло на столе. То есть, смотрю, зажигалка. А их достаточно много, потому что у американцев этих зажигалок тоже до дури. Вот. И смотришь, что-то блеснуло. Беру, написано Русланд 1941-1943. Вроде, да, 1943. Ну и с обратной стороны, сверху мы видим подпись хозяина, видимо, и внизу написано Каменская. Ну и по надписям на этой зажигалке мы видим, что она была, если не изготовлена, то как минимум она вот присутствовала, ее хозяин присутствовал в России во время войны на Ленинградском фронте. Совсем недалеко от того места, где сейчас происходит... Съемка, собственно. И была она найдена вот совсем недавно: в Соединенных Штатах Америки, штат Кентукки, город Луисвиль. Вот так вот она по всему миру погоняла и вернулась в то место, где ее, собственно, и сделали вот, скорее всего, где вот был какой-то этот немец на ней нет вот такой настолько приятной сентиментальной истории как например если бы это была какая то советская вещь или вот наша вот отечественная но это в любом случае интересно и любопытно еще пока я не решил куда ее подложу возможно это пойдет просто вот именно в подборку с такими крафтовыми вещами с вещами что называется окопного творчества но возможно ее можно будет подложить куда то в комплект в сухарную сумку какому нибудь немецкому снаряжению Следующие две зажигалки фабричного производства здесь есть логотип фирмы Carl Weiden. Это две буковки КВ. И мы видим, что они ну, почти одинаковые, но все-таки имеют отличие. Здесь обычный стандартный механизм с такой, можно сказать, как ветрозащитой. И такие зажигалки попадаются в лесу. Они есть в копанном виде. И это любопытно. Как раз именно поэтому на них глаз и лег. Значит, еще одна зажигалка еще одна зажигалка алюминиевая белая здесь также простой такой достаточно механизм простой у нее вид ну и вот здесь вот сбоку шильдик есть и вот эти все клейма надписи на зажигалках это всегда интересно потому что на большинстве на абсолютном их нету и получается что ты ее ну хрен к чему привяжешь а здесь вот как раз все расписано это любопытно ну и вот две зажигалки такие достаточно э, хитрого внешнего вида то есть они вот с такими вот с кнопками с открывающейся вот этой вот крышкой. Редкость этих зажигалок обусловлена тем, что их ушатывали до последнего. То есть ими пользовались, потому что они сами по себе прикольные, удобные и эффектные. И поэтому ими пользовались, пользовались, пока они либо не разваливались, либо еще что-то с ними не происходило. В копанном виде такие тоже встречаются. Именно вот с таким механизмом приведения в действие, то есть с таким механизмом самого зажигания. То есть, когда вот эта вот крышка э, наверх подскакивает от нажатия вот этой вот кнопки сбоку. Но э, в земле, естественно, они все время сгнивают, потому что достаточно тонкие, они стальные, достаточно тонкий вот этот материал и практически всегда просто приходит в негодность зажигалка. Здесь же вот это вот некопанные предметы, они причем вот этот конкретно был взят здесь в России, в Россию непонятно как он попал, то есть либо человек заказывал с Европы или может быть здесь где-то она нашлась, но она в абсолютно вот таком вот виде, почти заводском, это очень ценно, потому что я говорю, зажигалка такой предмет, который прям Использовали, использовали. Здесь вот состояние чуть похуже, но тоже очень хорошая вещь. И тоже она с клеймом. Здесь вот патентное клеймо стоит на вот этой вот кнопке. Небольшая, там, небольшой налет ржавчины есть, но она еще такая украшенная. Короче, вот очень крутые вот эти вот две зажигалки, и редкие, конечно. Я вот ими очень доволен. Следующая вещь, которую рассмотрим, это вот этот ножичек. Э, ножичек чем примечателен? Опять же, допустим, если мы смотрим какие-то служебные ножи, то они есть в каталогах, они есть в копанном виде, допустим, достаточно частом. И они есть, естественно, в больших количествах, потому что ими штатно снабжали армию. Если же мы говорим о каком-то частном заказе, того времени именно, а не послевоенном, то здесь уже начинаются проблемы, потому что мы не можем, допустим, там, ручаться за какой-нибудь, за первый попавшийся нож винтажного вида. Да? Вот. И здесь попадание есть, потому что вот этот вот маленький перочинный ножик, он 100% именно того времени, потому что, обратите внимание, на клеймо вот здесь вот Алкоса, Золинг, на 5 клинка вот здесь вот есть само вот это клеймо и характер оформления вот этих вот накладок из нержавеющей стали обратите внимание на сам вот этот вот рисунок и на характер нанесения надписи и плюс еще что она нанесена вот здесь вот в такое прямоугольное поле и вот вы видите на экранах вот был найден некий предмет в блин даже такой кожаный чехольчик и вот отогнули одну часть этого чехла и там вот собственно накладка похожего ножа была видна сразу. И вы видите, что такое же оформление, такой же характер оформления, такой же материал, способ и манера изготовления. То есть мы методом сравнительного анализа понимаем, что вот это оно. И мы понимаем, что в нашей коллекции вот есть место для такого ножа, если мы реконструируем вот именно наш фронт, если мы собираем комплект вещей на, допустим, солдата, который был вот здесь. И в том числе, опять же, у наших бойцов тоже могли быть трофейные вещи. Они тоже должны быть на период, поэтому вот этот предмет и на наш манекен также подходит. Манекен вот туда в карман подложить вещь, поэтому душевная. Целая серия была таких ножиков и там, как правило, производство, какой-то производитель, наименование, название фирмы, какой то написано в верхней строчке и внизу город или там город, где, короче, базировалось на представительство или само производство. Здесь вот похожая ситуация. Нож сам вот так вот с двумя лезвиями достаточно такой популярный в то время перочинный нож, такая сама его форма. Он такой шкодный весьма. Здесь тоже клеймо стоит, Растфрай. Часы, обещал показать. Часы необычные, я не знаю. Может быть, для любителей часов это какая-то обычная форма. Но вот я встречал такие редко вот больше скажу практически не встречал это карманные часы как вы видите вот так вот если мы смотрим но ну, у них есть возможность а так вот на подставочке стоять на столе и показывать вам время не обязательно их постоянно поднимать то есть такой настольно карманные часы можно так вот выразиться я такие Часто не встречал, в основном они или настольные, или карманные. То, что эти часы носили какие-то немцы или фашистующие элементы, мы можем наблюдать вот и определить по вот задней крышке этих часов. Здесь мы видим, что гравировкой выделена такая вот большая, гладкая свастика. Соответственно, такие вот часы вот в таком виде, они имеют место быть также в подборке в немецкой и в каких-то вот немецких вещах. Хоть часы эти и некомплектные, но прикол этих часов именно в корпусе, потому что э, вот именно оригинально нанесенная свастика, она делает их, можно сказать, вот такой вот культурной ценностью да, в составе коллекции по э, вот вещам, по вещам на тот период. Если же это была бы просто какая-то послевоенная Тема, нанесенная кем-то непонятным, непонятно ради чего, то это бы был бы уже просто не коллекционный предмет, а испорченные часы какой-то современной надписью. Здесь же все породнее, и именно в этом прикол. Это как бы документ эпохи, документ того, как люди в тот момент жили и использовали вещи. Следующий предмет, следующий предмет это ложка-вилка. Ложка-вилка из Америки, достаточно дорогая, я за нее отдал, получается почти 100 долларов. И это из-за того, что, во-первых, редкий достаточно экземпляр с годом годом 1939 вот здесь в круге я такие копанные видел и они были все плохого состояния то есть не так что они часто попадаются и вот 1939 год Вафа намт здесь стоит что указывает о такой военной принадлежности этого изделия то есть это именно конкретно по военному ведомству проходящий экземпляр ну и вот тут же еще наверху стоит в круге это производитель и Обратите внимание, здесь написано офицер ридер То есть какой-то унтер офицер-ридер набил себе тут такое ощущение, что это как эти пансоны для набивки жетонов немецких. Вот таким вот подобным шрифтом набил свое фамилию. Здесь вот тоже ридер набил. На самой ложке нету ничего, никаких дальше клей. Значит, прикол, вещи в чем? Во-первых, то есть она с годом, во-вторых, она с вафенантом, и в-третьих, она с именем фамилии, персонализованная. То есть среди ложка вилок эта вещь выделяется. Поэтому я оценил, что эта сумма для нее оправдана. И я понимаю то, что, допустим, если я захочу ее продать, то уж конкретно на эту сумму я точно не попадаю, потому что за эту сумму ее захотят. Обычная ложка стоит недорого, а вот такая вот, ее еще и пойди найди. Я вот первый раз именно вижу, чтобы так вот все вот вместе совпало. В этом заключается, кстати, как раз вот прикол оценки и вот такого вкладывания в антиквариат, вот выискивания каких-то фишечек. Это приятно. Значит, дальше. Пошли, вот Эсбит я Эсбит я купил взамен того, который я подарил на конкурсе. Кстати, нужно будет еще конкурс устроить. Взамен того, который я подарил на конкурсе, купил вот такой вот Эсбит еще один. Его, к сожалению, любопытные значит, товарищи использовали по назначению. То есть, вот здесь вот мы видим, что остатки сухого горючего. И сухое горючее эти ребята взяли вот из этой коробочки. Что меня приводит просто, ну если не в бешенство, то по крайней мере в какую-то серьезную степень недог... негодование. Вот даже заговариваюсь, потому что видите, вот здесь вот все было аккуратно уложено, вот этот вот сухой спирт, он был аккуратно уложен здесь в коробочке и пол коробки они сожгли вот в этой штуке. Спрашивается, зачем? Почему, мистер Андерсон? Почему, Вайт? Зачем они жгли вот этот сухой спирт, если сейчас он лучше? то вот здесь вот куча нагара остается, посмотрите, вот в этом вот оригинальный. Куча нагара остается, какая-то грязь там и прочее. А современный спирт сухой, он горит практически без вот остатка. И наверняка еще и пожарче, и получше. Они взяли коллекционные, испортили. кстати... Ну, у меня был такой, но я его не распечатывал. Здесь вот на таблетках этих, я сейчас вот только увидел, здесь вот в таком свете. В таблетках этих тоже Эсбит написано. На оригинальных таблетках оригинальная надпись. Ну, кстати, вы должны быть благодарны этому кренделю, который попортил Эсбит и истратил кучу таблеток, потому что если бы коробка была не вскрытая, вскрывать бы я ее не стал. И вы бы не узнали никогда, что вот на этих таблетках Сухого горючего такая надпись есть. Вот так вся эта история была. Мы можем реконструировать. Так вот складывались вот эти вот таблетки, как дрова. В чем еще прикол этого комплекта? Потому что здесь вот к Эсбиту, к самому, вот эта коробочка шла почти в подарок. То есть он пришел по цене, вот примерно как вот обычные жестянки продают. И здесь просто хорошая сама по себе коробка. Она прям такая плотная, ничего там не по и здесь вот как раз вот есть вот эти вот рисунки которые я показывал вам в прошлый раз на э, обзоре вот когда мы снимали вещи когда коллекцию целую обозревали у товарища моего здесь вот мы видим здесь военные люди сидят у палатки значит и э, готовят еду на этом эсбите на прям вот штатном котелке также здесь вот еще охотник есть какие-то тут из Гитлер-Югенда пионеры. Хотя Гитлер-Югенд это больше не пионеры, больше скауты все-таки. Так-то, если мы посмотрим. Короче, вот такая вот интересная коробка, оригинальная. Я доволен, что вот она есть. Это тоже все пойдет как раз вот в комплекты, в сухарочные. Это будет любопытно. Следующий предмет, который взял, взял вот реально. Оп, получается почти как вещь-подарок. За что-то в районе 40 долларов или 50 взял вот такой вот комплект под карманные часы для полевого ношения. То есть, чтобы они в кармане, там всякий песок, ключи и прочие свечи зажигания и гаечные отвертки не затаскивались. Часы вот эти. И вот, соответственно, сюда вот они складываются, вот так вот эта штука закрывается. Мои часы, которые в коллекцию у меня сюда не влезли. То есть, здесь нужна такая поменьше луковица сама. И эта вещь еще шла в комплекте вот с такой вот родной цепочкой я поэтому доволен. Здесь у нас получается примус ДРГМ. Клеймо стоит на крышке. И с обратной стороны здесь 22. А там было 22 с чем-то или 24 с чем-то. Вот, видимо, это размерность какая-то здесь есть. Дальше, значит, что я хотел показать. Это все было по немцам. А давайте тогда еще наградняк посмотрим. Наградняк по немцам. То, что я взял себе вот в этой поездке. Значит, железный крест второго класса взял себе. Потому что это вещь, с которой у многих начиналась коллекция. Вещь достаточно частая, но ну, она реально частая, и практически там на каждом столе лежит по ЖК-2. Но, во-первых, кроме того, что хочется оригинал, хочется вещь отборную. Отборную и необычную, с какой-то доп. фишечкой, чтобы она была с какой-то доп. проработкой, что ли. Ну, короче, чтобы выделялась, потому что когда вещи обычные, ну, всегда нужно как-то выпендриться. Ну и вот здесь вот это получилось. То есть то есть мы можем смотреть и на состояние, и на саму по себе обработку, проработку. Он действительно красивый, такой рельефный. И плюс он еще с ранней лентой, как вот меня мой товарищ просветил. То есть я сначала подумал, что она выцветшая, но нет, это лента, которая была в самом начале, она такого морковного цвета. Вот вы видите, здесь колодка закреплена вот с красной вот, этой вот сердцевиной. И мы видим наглядно различия, вот как оттенки отличаются. То есть здесь вот лента ранняя. Это тоже прикольно. Значит, следующий это вот такая вот петличная птичка, такая вот галочка. Это почти вот как вот на кошельке. Была, точнее, что это, в принципе, практически брат-близнец, но досталась она мне на сдачу. Это бывает, иногда торгуешься, и как что называется, как с паршивой овцы, хоть шерсти лок. Когда вот уже все, вот человек никуда не идет, тебе вроде как эту вещь покупать надо, и ты так, ну, смотришь какую-нибудь какую мелочевку, давай тогда вот эту цену твою, сколько ты запросил, и вот эту фигню. И человек, а, давай, на, забирай. Ну, как бы. Птичка-то не лишняя. Дальше поехали. Значит, знак заранения. Знаки заранения тоже достаточно частая вещь. Наверное, с... из фалеристики, из таких из вещей по наградам из наградника в земле это самая часто попадающаяся вещь если так вот именно вот среди наградника по крайней мере вот у нас здесь вот на ленинградском фронте на боевнике потому что здесь более менее ранние бои еще были и как бы там не успели осыпать немецких солдат всякими разными другими наградами возможно в калининграде все не так там вообще конторами все лежало раньше сейчас уже по моему тоже по словам очевидцев нет ничего не осталось почти Значит, следующий предмет это танковая атака в бронзе. Танковая атака в бронзе есть, и есть в серебре. В бронзе это самоходчики. Самоходчики это не только члены экипажей самоходных орудий, но это еще и члены экипажей бронемашин. То есть всякие там двадцать 222 гоняли, и у них тоже был вот такой вот знак. То есть это все равно был знак вот эта танковая атака, но он был в бронзе. А у танкистов, у людей, которые именно вот конкретно ездили на танках и ими управляли. Были вот такие знаки в серебре. Они, естественно, мы видим, отличаются. Отличить их можно достаточно просто. Здесь у них фурнитура, как правило, того же вот цвета, что и сама степень. То есть, вот здесь мы видим фурнитура еще тоже желтая, а здесь мы видим фурнитура белая. Часто бывает так, что бронзовый знак облетает вообще вот в белизну просто буквально. И его некоторые могут продавать, например, как как за танковую атаку или просто например умолчать о том что это облетевшая бронза вот но теперь вас не обмануть просто так значит ну и конечно к этому знаку была еще взята примерно таким же образом как и эта птичка вот эта миниатюра чтобы была прям попытка ой фу, попытка покупка чтобы была прям приятная поэтому вот получается что один знак пойдет с миниатюрой значит ну Опять же, хочу собрать какую-то подборку приятных вещей. Во-первых, чтобы дать потом это все дело на обзоре, люди хотят э, увидеть. Ну и чтобы такая вот коллекция собралась. Хотя бы какого-то основного материала по фолеристике, по немецкой. Тема интересная. По нашим хотел еще рассказать. Вот уже в конце видео. Про бескозырки я расскажу уже потом отдельно. Дам отдельно, скорее всего, обзоры, именно потому что здесь любопытно про корабли про сам по себе Лейпциг и про Дойчланд послушать, ну действительно интересная тема, поэтому на бескозырке сделаем отдельный обзор в какое-то плюс-минус ближайшее время. А в заключение рассмотрим вот наши насессоры, в которых я храню комплекты для вот мыльно-рыльных принадлежностей бойцов и командиров рабочей крестьянской Красной Армии. Вот это командирский комплект сам по себе, а это солдатский, который помещается в карман на рюкзака солдатского. И вот здесь вот у меня есть комплект, который прям подобран по цвету. Почему я решил сейчас про них рассказать? Потому что в комментариях под видео к снаряжению немецкого солдата, там что-то была зубная щетка, зубная паста, вот эта вот вся история. И люди там удивились, начали говорить, то, что как так, вот посмотрите, у немецкого солдата есть даже зубная щетка на войне, а наши там просто была у одного патрона трехлинейки, а у второго трехлинейки. И вот вдвоем они бежали. Вот, естественно, ни о каких зубных пастах там не было. Вот это штатный набор, который полагался изначально каждому кадровому бойцу. И вот такие вот подобные наборы сделаны. Они были из такой вот пластмассы, достаточно легкой. Здесь вот хранилась зубная щетка. Это чехол под зубную щетку. Такая достаточно короткая была. Это мыльница такая миниатюрная, тоже много места она не занимает, при этом сюда кусок мыла э, помещается. Они также с этим мылом находятся, то есть гигиена э, в рабочей крестьянской Красной армии была на достаточно серьезный уровень вы, выведена в то время. Э, и вот эта вот коробка – это вот зубной порошок под зубной порошок, квадратная такая вот. Также они с зубным порошком находятся. На том же самом Невском пятачке, например, абсолютно не редкость нахождения таких наборов, потому что там как раз воевали кадровые части, и там они с ранцами, с рюкзаками были укомплектованы всей вот этой вот историей. Конечно, во время войны этим уже практически не комплектовался никто, потому что был большой призыв. Но, тем не менее, изначально это все было предусмотрено, изначально это все было. Любопытно еще эти коробочки собирать. То есть, вот они разного цвета есть. То есть, какой целлулоид намешали, вот тогда вот так, такие вот они и появлялись. Поэтому, допустим, почти невозможно подобрать, например, крышку от одного предмета и там донца от другого предмета, чтобы они вместе соединились. Они должны быть изначально в родном сборе. Ну, вот. Но, согласитесь, такая тема прикольная. И еще был комплект увеличенный. Я на данный момент не могу еще сказать, допустим, какой комплект был более ранний, какой более поздний. Но вот это вот именно увеличенный комплект. Здесь больше длиннее точнее вот этот вот чехол под зубную щетку больше можно сказать что в два раза сама мыльница и больше коробка под зубной порошок если мы например смотрим на командирский НССР, то вот туда это как раз входит все дело отлично и у всех этих коробочек есть одна общая черта, это вот пятиконечная звезда на крышечке. Поэтому обратите внимание, если у вас где-нибудь лежит вот такая коробка, может быть, на даче валяется, может быть, не какие-то иголки там пуговицы или еще что-то хранится, она ценная, Она, между прочим, стоит там 2-3-4 тысячи в зависимости от того, что именно конкретно за предмет. И вот такие штуки ни в коем случае выбрасывать нельзя. Они ценные и редкие, особенно не копанные. Потому что основное их количество, это, конечно... Капанино. потому что основное их количество было потеряно на фронтах. Ну и вещи эти ценные, потому что их просто так тоже с бухты ты на раз-два-три не насобираешь, потому что я вот эти вот все вещи собирал долго по одной, вот, и так, чтобы, допустим, в цвет попасть, вот, не попадешь. Ну, и опять же, все привыкли к упакованности немцев, да, когда там куча всяких коробочек, надстроек там и прочего, и прочего у немцев, а про наши вещи многие даже не знали и не слышали. Теперь вы знаете больше. Вещи эти я вот как раз компоновал, это вот у меня пойдет под три манекена, которые сейчас у меня формируются, то есть они вот так вот разложены как раз вот по тематикам. Так что я доволен, что вот я все перебрал, у меня там осталось какое-то количество еще там на обмены на дособирание и прочее. Но вот это вот вещи, которые я уже конкретно себе оставил. Так что вот, в общем, посмотрели мы вещи, посмотрели немецкую мелочевку, советскую мелочевку обозрели также на обзоре. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, многим оно было полезно. И надеюсь, что вы напишите об этом в комментариях. Потому что комментарии я все, естественно, читаю. Следующее видео выйдет уже скоро и еще там, кстати, через пару недель, я сейчас постараюсь какого-то материала наснимать, но через пару недель будет новая поездка в Германию. Так что материала сейчас должно быть нормально так. Всем вам доброго вечера и увидимся.